Чем вам запомнился уходящий год? Что было самым важным в вашей жизни и жизни Абхазии? Выборы, которые у нас в парламент проходили в начале года. Вот это было весело на самом деле. Экологические проблемы, ну, безусловно, в прошлом году у нас одна насекомая тварь пришла, сейчас другая. Государство в этом году выделило деньги на повышение предпринимательской деятельности. Я попала в эту группу, училась там, закончила, значит, и очень благодарна нашему правительству всем за это, что они дали такую возможность бесплатно, очень хорошие знания там дают. 17-й год наиболее запомнился взрывами, склад, что взорвался в Гудаутском районе, потом убийство злополучное, очень знаменитое российского туриста, что повлекло к снижению туристов в этом году. Наконец-таки две враждующие стороны, оппозиция и нынешняя власть, нашли общий язык и пришли к примирению. Надеемся, что в следующем году будет больше туристов в нашей республике, потому что это единственное, что на сегодняшний день приносит хоть какую-то прибыль в казну республики Абхазии. У внучки родился ребенок. Вот я теперь прадед уже. Езжу туда, недавно был там, приехал, вот, запомнилось это дело. Я художник, мы участвуем в выставках. Но мне захотелось побывать в Сибири. Поехала я в Омск, потом в Питере я была, в Санкт-Петербурге. Тоже там ходила на выставки, в театры. А сейчас нас пригласили уже участвовать в выставке «Юг России». Вот такие события. Чуть-чуть настроения нет, потому что дочка замуж ушла, а это моя надежда была. Вот так вот получилось. Попала в хорошую семью. Мне близкие говорят, все, я доволен. А дальше жизнь покажет. Я думаю, что все хорошо было. И будущего всем нашему народу желаю счастья, добра, благополучия. Чтобы все было нормально в каждом доме.